Здесь не надо искать волшебных выходов, фантастических случайностей. По-моему, Путин рассчитывает на очередную какую-то игру фортуны, да, которая столько раз приходила ему на помощь. Я даже сосчитать не могу. Теперь рассчитывать можно только на процесс мирных переговоров. Подчеркиваю, не переговоров о мире, до этого еще далеко, а мирных переговоров, которые должны строиться как очень сложный государственный и международно-правовой процесс. Они будут, даже когда они начнутся, они будут долгими и не гарантированными ничем.